Современный мир не мыслим без бухгалтерского учета. Его особенность в том, что он изменяется не только в силу изменения экономических условий, то есть постепенно, незаметно, но и вследствие изменения законодательства, в частности, налогового. И эти изменения происходят с завидной регулярностью, требуют постоянного повышения квалификации. Учиться, учиться и учиться. Вот удел бухгалтерских работников. Для учета в бюджетной сфере есть своя уникальная специфика, которая отсутствует в классическом бухгалтерском учете. Бюджетный учет обобщает в себе не только правила бухучета, но и устанавливает нормы для управленческого учета. Каждый бухгалтер-бюджетник – это бухгалтер государственного масштаба, от которого зависит информация в консолидированной отчетности страны и региона, где он работает. Изменение законодательства в бюджетной области происходит значительно чаще и масштабнее, чем в классическом учете, а степень ответственности выше. Поэтому потребность и необходимость в повышении квалификации для бухгалтера бюджетной сферы – это норма, с которой необходимо считаться. Все занятия по нашей программе проходят онлайн с помощью вебинаров, которые, кстати, доступны в записи в любое время. А практические занятия помогут вам закрепить полученные знания. Ждем вас в финансовом университете!